Здорово, народ, приветствую вас на канале Пародею Чил. Да, это я. Поставьте лайк под это видео, напишите комментарий, подпишитесь на канал. Все будет круто, зашибенно, приятного вам аппетита и просмотра. Козел, как будто крапивку сделал. О, вот так вот. На твоих волосатых руках только не закрутить. Да, было бы супер неприятно. Супер хай был бы. Неприятно было бы. Поехали? Оплатить на парковку? На выезде парковка оплачивается. Поехали. Горилла. Все, навигация есть. Выдвигаемся в барбершоп издеваться на Горилыча. Let's go. А-а-а, зафиксировал. Да пробей ты. Ну ты плохо, а, Санёк, что ты так? Свой телефон ударил. Что ты ему так ударил на отвались? Ай, блин. Сашка, ну пожалуйста, едь нормально. Ёлки-палки. Почему мы едем 7 км в час? Бери руку, спина болит, дури. Ладно, Сашка, нормально. Пожалуйста, бери. Пожалуйста. Я не Гусейн Гасанов. А кто ты, Лёх? Я Джиган. Покажи. Как будто он зен познал вот в этой штуке. Мне кажется, он вполне может с ума сойти. Ну хватит в ТикТоке снимать, очень весело. Я считаю, можно минус рэп выразить заднему ряду. За необращение внимания на вас. Но горилла не изменился. Просто маски тестируют. Манки де Луфи. Отправь адрес свой. А где магазин? Я тебя найду, сучка, блин. О! Я сейчас херачиваю. Опа. Херачиваю, ты не считал. Ты реально думаешь, что херачу прима? Ну, я сказал при маме, она бы сказала. Фермер. В Японии чувствуют все такие ваши. Да, ты же был в Японии. Я был в Японии. Во снах и мечте. Ну, у меня родители уехали на дачу. Ну, погодка вроде позволяет. Позакрывай там дверь. Может быть, приедешь... А, на букву Т. Это не мат? Что? Нет. Тр. Нет, не мат. А, может быть... Это не он. Нет. А может быть приедешь и трахать меня? Фетиш, что ли? Построй свою бизнес-империю в лучшем симуляторе реальной жизни. Покупай автомобили, участвуй в уличных гонках, выбирай любой коттедж тебе по вкусу. Все это в мобильной игре Grand Mobile. Ну вот условно, если бы я при родителях сказал нахер и трахнуть, мне было бы ремня бы, блин. Вот это прикол. Блин, а вчера здесь значок Porsche еще был. Прикинь, украли значок. Это вчера был значок Porsche. Агроеды. Блин. У нас NPC. Так, пойдем. Здравствуйте. Привет. Тебя закрыли, что ли? Да. Воск у вас есть? Есть. Ты знаешь, что делать, бро. Есть вариант со скием и воском пощипать? Не знаю. Но если я это сделаю, можно так? Ничего страшного, там процедура мужская прикольная. Восковые соски называется. Он просто молчит? Да. Просто как в этом. Даже без камеры? Да. Я пытаюсь с ним выйти, говорю, наведи нас хотя бы, какой-то прикол, он ничего не говорит. Help! Please help! И вот я так же хочу. Все, я заказал курьер. Help! Мне в Америке есть челы, которые так это... По району, по саперсу идут, и думают... Help! Please help! Это в Америке было? Да, это в Америке. Да, это в Америке. Чё орёшь? Чё ты орёшь? Я не ору, а как? Чё ты орёшь? А чё вы тут делаете? Сожжёмся. Хочешь на лосы постричься? Конечно. На 10 тысяч давай. Саня, пиши сюда текст и озвучивай. Он не будет этого делать. Не знаю, мы еще не смотрели.
Это какая-то, ну, шизофрения, да, может быть. Что, простите? Да не знаем мы что с Саньком, он просто молчит. Хрен его поймешь. Целуй, целуй. А, вообще, с удовольствием. Порки класс. Хуйня, твой прикол, заебал всех. Ловите на словах. Пора уже выйти из образа. Лошонка, жонка, как вот медведь, который в ногах шел. Петух. Тебе машина приехала. Капу. Дай леща. Вот он, пельмень. Выходит. Не, сначала примерить. Да. Интересно. Пока я поехал за камерой. Нет. Я сяду и говорю, топи, топи, водила. Ну это пиздец вообще, ну что это? А ты что-то нажал, что он к тебе привязался? Нет. Ну, как курочка, понял? Ну, стой, стой, я еду за камерой обратно. Он услышал слово камера. Ладно. Езжайте, голубки. Теперь я понял, почему в ТикТоке вирусятся видосы, где чилы на велике просто с музыкой вот так проезжают. Просто музыка такая аккуратно, громкая, опять нет. Не плачь, мамуля. Не плачь, не плачь. Не плачь, не плачь. Неплохой андеркат. Смотри, вот. О, неплохо. Что, может, я пока две руки его до стола обработаю? Я могу пока бороду начать делать. Не, мужики, не надо, не надо. Да не, не надо, Лёв. А что, ты не хочешь бородку? Я тебе сделаю, круто. Да не, Лёв. Да к одной насадочкой, чё? Не-не-не. Да, 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 я нормально стриг тут раз. Не-не-не. Что значит не-не-не? Знаешь, что можешь? Че? С волосом, ну вот, воском. Из носа? Да, из носа. Козявки тебе вынимать? Угу. Давай. Давай, давай. Может, бро... А! А можно ему, короче, он говорил, что он хочет полосочку на брови выбрить, как у Фреймдеймера. Да, это нормальная тема, полоска на брови. Сейчас пойдем тебе пирсинг делать, бровь тоже, другую. Вот здесь. Не надо. Давай, давай, надо делать, слышишь? Хайп? Че хайп? Ну, вот бровь вот эта, полоска. Это он тебе сейчас скажет про свои волосы. Вот я не знаю, насколько ты придурок, зачем ты приходишь? Не надо. Кизару? Кизару. Ладно. Блин, ну, так, ну дал бы хотя бы прикалываться, чтобы мы тебя побрили. Ну в чем прикол? Он мне необычную стрижку делает. Какую необычную? У меня знаешь, что такая стрижка называется? Какая? Hype низкий фейт? Хайп фэшн. Низкий фейт называется? Вот здесь можно, тебе надо придумать. Я выглаю такой раз. А это ловко ты. Ну шишку за подстрижку надо будет. В конце. Гайд поделиться? Да. Красиво получается. Ну, лучше бы ты отрастил, как у Лёхи хайеркат. Берёл щёку, ну, чего делается лысым? Не лысым, как он острижен. Потому что он... Уже привык. Мужик. Я мужик. Мне не нравится, как волосы растут. Так ты ни разу не отращивал. Ты отращиваешь 1 сантиметр, сбиваешь. Ты отращиваешь вот до уровня, когда ты уже вот неряшно выглядишь. А тебе нужно еще чуть... Чел, который пойдет, вот если ты отращиваешь длинные волосы, 1.5-2 года будешь отращивать вот так вот назад. Бам. И байкерскую эту, да, кожу. Я знаю, знаешь, что пойдет, короче, отрасти длину, сделать химическую завивку, тебе такой шар был на голове. И будешь как Леха. Делаем? Не сможешь. Да, не сможешь. Я типа, если на любую сумму готов поспорить, ты это никогда не делаешь. Но это долго придет. Все, что связано с химией, он согласен сделать. С чем? Все, что с химией связано, он согласен. Химзавивка, да? Да. Биозавивка не интересует. Только хим. А ты можешь мне объяснить, вот М4 Литвин вышел видео, да? Вот почему людям так это нравится? Вот им нравится копаться вот в чужих грязных вещах. Как что-то у кого-то украли, какие-то пакости. Потому что это интересно. Пацаны, там Тамура на экране.
Не, Миша делает очень интересный контент, но конкретно вот успех проекта с М4... Ты просто завидуешь. Нет. Ты просто завидуешь. Кому? Расследование. Вот, Литвину он завидует. Так у него эти ролики заходят больше, чем какие-то жесткие проекты. Ты просто завидуешь. Какие ролики? Про М4. А? Расследование М4. Потому что это интересно, спиздили тачку. Это расследование, это всегда интересно, детектив. Вот, в принципе, человеку автотематика интересна. Мне, в принципе, автотематика интересна, но вот и конкретно это я не понимаю. Я думал, мне просто кофе три в одном пакетик положили. Здесь такое лучше не делать, да? Это самое нормальное место, где можно делать, но оно не можно вот так повернуть и вот так, чтобы я смотрел? Да. А что? Такая ты башка лысая. Как я хочу, чтобы тебе под ноль сбили бороду, чтобы тебе лицо вот это превратилось в просто маленький овал. Босс-молокосос. Вот реально босс-молокосос. Лицо непропорционально телу. Поднеси чайку. Обозначил. Литвин удалил все видео. Ты видишь? Лёх. Реально? После бетона. У Лёхи сейчас рука, помнишь, как учила на Арбате? Как зовут барбера, я имя забыл. Дима. Дима, точно. Давай, давай. Приберись у него там. Я всегда мечтал. Это для ног, понял? Ноги отряхать перед улицей. Но не очень. Слышишь, ты голос? Давай. Это условие. Давай, когда он тебе возле бороды что-то будет делать, ты ему палец облизнешь. Че, облизну палец? Да. Я так и хотел. А он понял вот так. Засунет тебе полностью. Баран. Алло. Тамур объявил на нас охоту? Мой номер откуда? Мой номер. Тамур объявил на нас охоту. Кто сказал? Как будто на Каги-то похоже. А твой номер откуда у него? Я без понятия, я просто мне незнакомый номер звонит. Это не Гагик. Я вообще не при делах, я не подставил. Мне просто позвонил незнакомый номер, смотри. Я могу тебе показывать на камеру. Да, я убрал. Клан Тамура вышел за пределы РП. Клан Илюху, походу, убил уже. Я вам честно хочу сказать, в первый день лягут все, нахуй, в клане Тамура. Я один с мусорным массивом, с пацанами. Потому что это одни и те же люди. Такая башка лысая, хух-хух. А? Башка лысая, говорю. Мили ты, на крысу похож. Игорь, просто вот эту штуку оставить бы, кусочек чисто. Если так он кого-то вообще лысый. Как будто можно в ушко его поцеловать, да? Знаете, что такое мокрый Вилли? Мы знаем. Горилла всегда нам делал. Когда мы могли трогать и шевелить руками. Он даже говорил, что ему нравится. Кошка тебе на клинке сел? А? На клинке тебе кошка. Залезь под низ, посмотри, что там есть. Угостись. Чем там угощаться? Чё? Дядя, что там у вас? Угостись. Ладно, Лёх, я не кусаю. Да я знаю, что ты гей, что ты такой. Ты вчера не слышал, как я позавчера на барбершопе про тебя говорил? Не слышал? Мы там бодибилдинг обсуждали. Ой, это пауэрлифтинг. И что было? Ну-ка, расскажи. Ну, я там рассказал про тебя. Говори погромче, вон там тот здоровяк тоже хочет послушать меня. Не, я говорю, что ты мастер спорта по пауэрлифтингу. Вот оно что. И то, что ты употреблял всякие анаболики и прочее, колол, и у тебя из-за этого не стоит. Ну я правду же рассказал? Правду. Что тогда? Ну это же факт. Там не спалил еще? Не-не. Саня. Самое главное. Кто мне звонит? Я не знаю. Клянусь, ни слова не сказал, что это заебла такое. Нахуй ты со мной приехал. Интересно даже, прикинь, он его реально убьет. Будешь себя хорошо вести, получишь картину. Всем привет, я умею делать так. Я умею, только животом. Знаешь, какой мне вопрос чаще всего задают? У тебя на животе брови? Да. А чем ты умеешь еще? Нет, так полоску на это не лучше не надо, просто вот. Вот так ему, бам. Давай сделаем? Давай. Бам. Нет, реально. Можем его за лысину так выбрать? Вот,
посмотрите, у него волосы даже на глазу растут. Вот. Нормально. У меня так же. У тебя сейчас побриту. Илюха сидит в туалете, а к нему ломится Тамур. Отошел. Чё, и что делать в этой ситуации? Заебал ты, нахуй, дай посрать, ёбаный в рот. Филипп Бедросович. О! Юрий. О. Тут просто феймы все. Ошалеть, Лустя. О, вот это уральский пельмень. Ага. Да, это жестко. Да. Сергей Лазарев даже. Я похож на Сергея Лазарева. Филипп Киркоров тут стрик. Я видел. На соседнем стуле сидел. Кто придумал выискивать с бородой достать? А как надо? Волос нет, тут бам. Что, приятно играть за бороду мужики трогать, да? Я знаю, тебя берут. Тебе приятно. Не, ну уже такой. Опиум. Зачем ты меня за жопу потрогал? Не трогал. Не докажешь. Что ты убрал прямо сейчас? Бля, за очко меня вцепился. Чуть ли пальцем в очко не влез. Прикольные порки нафиг. Бля, очень прикольные. Сколько такое? Я видел ну вот выглядит солидно. Но ему бы еще цвет другой. Нормальный, да. И нормальные колеса. И значок. Я здесь был 2 дня назад, значок Porsche был. Ты прикинь, колеса, уёбки. Эти колеса... What the fuck? Эти колеса — это стиль. Это типа Рига. Это мне магазин, случайно? Вот что там написано? Мирамистин. А, нотариус. Мирамистин. Я свой Мерседес... Куда ты меня зажил? Буду чиповать. В смысле чиповать? И Stage 3. 1000 сил. Серьезно? Он просто легенький такой. Так уже еще сложнее будет продать, если он на чипе будет. Он и так... Решил, буду ездить просто сейчас. Да? В сандалию пайпу. Хорош! Даун пайпу. Пердеть будешь? И мид пайпу. Мид пайпа нет. И как она называется? И прошивку. Роман сказал, если пайпу ставить, то надо дождаться пайпов, потом прошивку ставить. Найс! Я заказал. Тебе мотор менять надо и коробку. У тебя там уже задрочена коробка. Чего? Коробка задрочена! 60 тысяч пробег, какая коробка задрочена? Запарк. Курить хочется, блядь. Запарк есть. Нет. Нет. О, походу, вот. Нет. Давай, Санька, беги, Саня. Убежал. Я думаю, до Илюхи мы уже не успеем доехать, потому что он уже умер, мне кажется. Носятся как сумасшедшие эти подростки зеленые, потом расшибаются, бедные родители. Ебанулся, блядь. А где мусорка, где мне выкинуть? Ну, я хочу конфетку взять. Хорошие ребята здесь работают. Поэтому сюда Филипп Киркоров приходил. По-любому. Нам разрешили тут хулиганить. О. Не разрешили, походу. Шкодишечку. Айгас. Кальянчик снюс. Ой, извиняюсь. Руки. А в рот берешь. Фу, дурак. Я в руки не беру. Я в руки не беру. А в рот берешь. Фу, дурак. Вы кончили? Задремал. Задремал? Да. Дремай дальше. А что вы? Дреми. С бороды достанешься. Сейчас по времени покрасим. В розовую. А, бровь мы не сделали. У тебя снизу вообще почти волосы не растут, у меня просто жесть. Видно, не? Блять, прыщ, сука. Я тебя не грудь. Вот бы так, да, с утра мужик тебя за бороду бамс. Бери руку. В Китае ты каждый раз на стрижку приходишь, тебе делают массаж до и после стрижки. Да? Блин, как же хочется такую тему. Угу. Очень сильно. Не горячо? Терпит 100%, очень горячо. Вот этот дефолт, когда тебе моют голову, такой, не горячо, вот это. Нет, нормально. Бери руку. А это уже... Опа, а если снимать штаны, бро? А чё он дрожит? Это жестко. Да, руку. О, приятно.
И также в сраку эту руку. Вибро. Да не, вроде. Вроде все гладко там. Даже если бы не гладко было, ты бы не заметил. Ну тоже верно. Горилла. Сейчас я тебя опасной бритвой буду брить. Ой, Сашенька. Не надо, мальчик. А кто здесь? Это я. Ай! Это тоже Дима был. У них просто ритуал такой. Это ритуал, да. И в глаз. Коды так шлифануть не оттягивает. Явлан? Когда мы кота заберем? На чем? Пронесем. На чем кататься? Кота забрать, у него кот на передержке. Прикинь тут опасочкой. Смотри, вот сейчас и будет. Я думаю, есть, если найти нужное заведение, сделают и пошлёпают. Ну так есть чуть мандражик, понял? Когда опаской по шее. Ты пиздец ещё будешь, тебе сейчас порят глотку. Ха-ха, ебан. Что за формулировка ебана? Закрой рот и не двигайся. Ебан, что тут? Спорят глотку. Что такое? Опа. По 10-бальной шкале сколько он тебя достал? Сейчас-то Горилыч ничего не сделает, если ему Тамура глотку вспорит в GTA 5 RP. Что за они все баганые какие-то? Пошли на диван, или? Кто-то головы моет. Рассказывай. Ты не смотрел игрушки, которые я тебе кидал? Смотрел. Задорочил, да? Он с ножом у меня ходил. Включал воду, я его укачал. Лёха делает вид, что он тоже добавился. Это ненормально, что он ни слова мне не сказал. Мы были, он с ножом по квартире ходил по моим. Ни слова не сказал. Он без камер у меня дома. Клянешься? Клянусь. Ни слова не сказал с тобой. Ни слова. Клянусь своей матерью, ни слова не сказал. Мы поехали, он меня начал снимать. И потом по дому пошел на кухню, взял нож и встал в ванну. Включал воду, я ее подходил, уезжал, выключал. Ни слова не сказал. Давай в ТикТоке побалуемся масками. Давай. Ну и что, это без маски же. Ух ты, я чуть не подлетел, как Мурат. С такой мордой он сидит сейчас. Да, очень круто. Когда Саня всех довел. Давайте его так. Это как на самом деле у него в душе из-за того, что он сейчас не может разговаривать. Сейчас он заглядывает. Я Дэн. Для друзей Бобби Дик. Дофаминовая шлюха. Опа, Илюх сматерился. А что, Литвин видос ВК выпустил? Он все видосы скрыл на Ютубе. И все, на ВК на эксклюзив приходит. Серьезно? На эксклюзив, да. Серьезно? Да, ну зайди, он скрыл все видосы на Ютубе. Фигурец, который вышел с тачкой, он... Да. Да. Я представляю, какая страшная там сумма, но с другой стороны, я бы никогда в жизни не скрыл бы ролики на Ютубе свои. Тоже. Никогда вообще. Есть цена определенная. Нет, я не знаю. Сколько. Обалдеть. Я боюсь представить, да, там сколько нулей. Поздравляю Мишу Литвина. Новый миллиардер. Рублевый. Там супер страшная сумма, я даже представить себе не могу. Как думаешь, там тысяч... 1500 есть? По идее, если... Рублей. Нет, что, очень много. Очень много точно. 300? Я думаю, 150 тысяч рублей. За М4 ролик, а чтобы удалить все? Еще 1200 сверху, да? Ого, здесь Юрий Дудь в стриксе. Филипп Бедросович. Сергей Лазарев, бро. Реально? Данила Горилла. Ну, это плохо вообще. Ёлки. А, тебе бой выбрали? Повернись. Ё-моё, так это что за море? Это что за море? Пацаны, посмотрите, ему бровь выбрили. Гому. Не, так-то, понял, брутальность есть в этой фигне. И слезу тебе за татуировочку набить. Две. Ты такой чистый, знаешь. Возьми меня. Скажи пока. Уважаемые приписчики, всем желаю хорошего вечера и приятного чаепития. Пока. Ставьте лайки.
пишите комментарии, подпишитесь на канал, ну и сделайте все вот эти ютуберские штуки за то, что, ну, парни стараются, делают видосы для вас, для нас, для всех.